службу, угодную Богу, общение с братьями и сестрами. Кто не приносит жертву? Будьте нам прости. Не слышно. Имеющие уши слышат. Да слышат. Проходим, не стоим без сверх. Я пойду туда. А дальше проходим. Саня, я не буду кинуть. Царю небесный, утешителю души земли, ты же везде сын, и вся исполняет сокровища благих, ты жизни подателю, приди всеми сявны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, будь милостив, там благослови нас, Господи, ты слава веки и веков. Аминь. Аминь. А где первый том? На столе где-то? Да, там на столе лежит. Подайте, брат. Вчерашний, сегодняшний батюшка уже прочитал. Вчерашний. Ага, хорошо, да. С праздником всех вас приветствую. Спасибо, Христос. Так, я сейчас еду Валентину Фоменко попроведать. Любовь, ты не едешь? Еду. А что забралась-то туда? Миша, не спите. Дай место тем, кто будет сидеть. Сейчас еду и сам на дальний угол садишься. Так, братья, кто сможет отвезти? Отвезти? Давайте я приду. Давай. Нет, я обратно перевезти? Конечно. Да. Не только сюда. Да. Ну так. Значит, ко мне какие вопросы? Любовь Николаевна. Через две недели, батюшка? Любовь Николаевна. Да, через воскресенье. Сейчас через Любовь воскресенье приеду. Через воскресенье. Так, напоминаю, 16 сентября у нас Потеряевский престольный праздник. Приглашаем всех, кто желает, приезжайте. Кто с вечера, кто может утром приехать, братья, у кого машин. Дорога хорошая у нас. Отличная асфальт? Дорога. А? Асфальт? Лучше. Где есть асфальт, то у нас лучше асфальт. Если там от асфальта, от Буканки до станции Корчина, то у нас дорога в десятки раз лучше. Да, асфальт бывает. Так шофера объезжают уже по той дороге, не едут по асфальту, а едут по нашей дороге. Да. У нас мягкая дорога, у нас хоть и не ровно, она мягкая, а там асфальт и ямы, выбоенные ямы, но вот так вот, там есть вот так вот, где посмотрел, как тряханет, будь здоров. А у нас она хоть тряханет, но у нас мягкая. Да, мягкая посадка. Нежно. Да. Один момент, пыль только, все только. Ну, все. А что пыль? Пыль, она в Африке пыль. Чистая. Пыль, она что, ничего, что? Она хорошая пыль. Ну а ты-то из чего что-то? Да. Я из прекрасной пыли создан. Ну так еще что пыль боишься. Супер пыль. Да. Прах и прах возвратишься. Так что пыли не надо бояться. Так, еще что? Какие есть? Ничего нету больше ни ко мне, никаких вопросов. Будьте здравы, батюшка, долго. Это ясно, да. Ну ладно, тогда что? Что? А, звонила мне Нина Желнерова на неделе несколько раз. Сильно в ней плохой Виктор стал. Падает, сам не может дойти уже до туалета. И она там звонит, говорит, раз
только отвернулась, когда он пошел, упал куда-то там под ванну. Я, говорит, кое-как его вытащила, говорит, долго не могла вытащить его. Вытащила, теперь это. Конечно. Вот. Значит, имейте это в виду. Помогайте ей. Да. Вот. Она призвала, позвонила. Я говорю, у нас никого нет, машины в этот день никого у нас не было, все поразъехались. Говорю, ты позвони, упала. Батюшка. Ну и она позвонила, приехал отец Александр Липовцев, благочинный. Этот, он там его поисповедовал и причастил, говорит, очень хорошо, говорит, немножко побеседовали там, говорит, и очень довольна она. Ну вот, я говорю, хорошо. Значит, вот так вот. Ну и все. Остальных вы знаете, всех болящих. Валерия, значит, как его, Каракезов, что ли, фамилия? Как Караколев, кажется, Караколев. Ну, муж Наташи. Приходите, Наташа. Нашей Наташе. Не сядьте на эту скамейку. Наташа Оле звонила. Оля звонила. Оля могла бы сказать, что сломала. Какой вот? Она нашла, кому звонила. Лучше бы мне позвонила. Вынесли. Я вам все рассказал, еще прибавил. Поехали, Севастьян, заводи. Оля как в могилу позвонит. Машина. Чего не надо-то? Делитесь этим. Будьте, говорит, это. Вот вы сегодня, говорит, будьте, говорит, твердым делайте ваше избрание. Звание и призвание. Твердым делайте. Чтобы везде узнавали. Это идет не просто, это идет христиан-христиан. Хотя внешне, внутренне, ну то хотя бы внешне, чтобы люди-то заметили это. А то у нас было разделение, смотрю, брат один собирается, смотрю, рубаха на выпуску, расстегнута до пояса. Я говорю, брат, а ты куда? Да в город. А что ты так? Почему так? Ну, я еду там среди безбожников был, поэтому я по-безбожному оделся. Ты с бородой он хоть? Конечно, борода не тронута. Тогда самое главное. Я поэтому по-безбожному оделся. Так я говорю, ты наоборот должен был одеться, чтобы они заметили. Какие-то вопросы, может, задали. А что это ты, брат, там это? Ну, у нас он ездит, Алеша Устинов. Он всегда под поясом, у него в сапогах, сапоги у него такие хромовые. Значит, ну и заехал покупать, говорит, фрукты где-то там. А там одни эти. Ну, мусульмане торгуют там фрукты. Но он это, вот, ух ты, какой, говорит, ты, а что ты так это, давай, это, ну что, надо, говорит, я вот так вот, верующий христианин. А он был с парнишкой, Варлам. А тебя как, мы, Варлам, как, повтори еще, Варлам меня зовут. Ух ты, он побежал, говорит, несет такой этот, как вот. Кактус, а не кактус, он как это? Ананас. Ананас. Здорово, говорит, ананас. Потом еще что-то несет. На тебе. Этот, Леша говорит, не-не-не, это я дарю за то, что имя хорошее. Значит, и он, парнишка-то, он же в поиске тоже, они после службы были, старобрядцев-то вышли. И, понимаете, когда же это и то располагает, как бы противного христиана, а располагает один вид. Только, еще не разговаривали, а вид только один. А мы боимся этого, где-то мы. Но в храме в платочке все, а вышли, вышли. Фуражечка на бок, сестры, юбочка повыше уже, все. Повыше. Да. Всегда должно быть везде. Вы запомните, вот сколько где говорят, сообщают, ну, происшествие. Там совершилось, а там, то там убийство, изнасилование, все это было. И мне попали раз брошюрки, записки криминалистов, такие они старые еще. Там, и там пишут, что 80 с лишним процентов преступлений, изнасилования спровоцированы жертвами. Понимаете? Нет ни одного такого, чтобы шла девушка в это, где и после службы в храме, и чтобы было это, а где? После дискотеки, после футбольного там где-то этого, еще что-нибудь. Вот такое всегда бывает. Почему там? Потому что такая вся обстановка. Там бесы больше делают. И нигде ни одного случая нет, чтобы люди выходили, когда после пасхальной службы или после Рождества,
Христовой, советской, чтобы начинали бить витрины в магазинах, машины бы там переворачивать, друг другу морды бить. Ни одного случая такого нигде не было. Можно. Было такое, я помню, что посылали специально комсомольцев, а Покровский храм был один. И на Пасху, на Рождество он битком, то есть перекреститься, чтобы нельзя руку вот так вот потихонечку вытянешь, так уже вот так вот перекрестишься, только все. Нельзя перекреститься даже вплотную. Они заходят сзади и начинают так потихоньку раскачивать всю массу людей. Значит, от дверей до алтаря вся масса начинает качаться. Вот такое делали. Это я знаю хорошо, свидетель этому. Но чтобы выходили и какие-то безобразия творили, такого нет нигде никогда. Потому что хотя и заходили люди, может быть, и только пасхальные, как говорим, христиане, но тот дух, который в храме, он и касался их тоже немножко, может быть. И пение такое, они непонятные, хотя пение, но сам даже мотив, он уже как-то не располагал человеку к тому, что он это, а где-то, если сказать, там сам вся музыка, как говорил один батюшка, говорит, хочешь, говорит, увидеть, что такое, говорит, ад, сходи, говорит, на дискотеку. Это, говорит, преддверие ада. Вот узнали, что это такое. Вот так вот. Поэтому всегда и везде, как говорит апостол Павел, твердым делайте ваше призвание и призвание. И тогда беспрепятственно войдете в Царство Небесное, если будет твердым оно, это звание и призвание. Поняла, Поля? Вот так вот. Всегда, везде, будь христианкой. Не нужно бояться этого звания. Что же он боится? Мы дети Небесного Царя. Да это гордиться, ну ты кто? Я христианка. Верю в Христа. Ну, я самый счастливый человек на земле. Священница. Да, вот так вот. Ладно, все. Простите. До всех Христовичайте. Бог вдохновит. Ну, я не знаю, место сидит. Толкование на евангельское чтение. Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 по 36 стих. После сих слов, дней через 8, взяв Петра и Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ними, которые были Моисей и Илья. И явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илье», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был на из облака глас глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Толкование. Блаженный Феофилак. Он оставался тем же, кем был, но вид лица его явился гораздо светлейшим, чем прежде. Подобное произошло и с его одеждой, ибо только вид его блистал молнией. Существо одежды не переменилось, а только наружность. Когда он молился, ему предстояли Моисей и Илья, чтобы показать, что он не был противник закона и пророков. Ибо если бы он был противник, то Моисей, давший закон, и Илья, ревностнейший из пророков, не дозволили бы себе служить ему наподобие телохранителей. Ни даже и быть с ним. Они говорили о исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме, то есть о смерти его. В то время как Христос пребывал в молитве, Петр отягчен был сном, ибо он был слаб и, служа сну, отдавал должное человеческой природе. Когда же Петр пробудился, то увидел славу Христову и двух мужей. Находя такое пребывание здесь приятным по причине света и созерцания пророков,
Петр говорит, хорошо нам здесь быть. Он думал, что теперь настал кончина мира и царство Иисусова. Но он не знал, что говорил, ибо тогда еще не была кончина, еще и не наступил день царства и наслаждение теми благами, коими будут обладать святые. Петр сказал это, хорошо нам здесь быть вместе, и потому, что опасался, что Христос будет распят. Он слышал от Христа, что ему должно быть убитым, в третий день воскреснуть. Поэтому и сказал это, выражаясь как бы так. Не будем ехать с горы, будем здесь оставаться, чтобы избежать креста и страдания. Если придут на нас иудеи, то мы имеем помощника Илью, который свел с неба огонь и истребил 50 начальников. Имеем Моисея, который поразил столько и таких народов. Сказал это он, не зная, что говорит. Ибо он думал, что крест есть зло, и притом мучительное. А поэтому, желая избежать его, и сказал это. Между тем Господь жаждал быть распятым, поскольку иначе не могло совершиться спасение людей. Тогда как Петр говорил еще, сделаем три кущи, Господь внезапно творит сень нерукотворную и входит в нее с пророками, чтобы показать, что он ничем не меньше Отца. Ибо как в Ветхом Завете Господь являлся в облаке, и Моисей входил воное, и таким образом получил закон Исхода 19 глава и 20 глава. Так и ныне облако обняло Христа и облекло не мрачное, ибо прошла тень закона и мрак неведения, но облако светлое, ибо истина пришла, и благодать Господня воссияла. И потому ныне ничего нет темного, и шел из облака глас, подобно как в Ветхом Завете слышан был из облака глас Божий. Иисус же оставался один, чтобы кто не подумал, что слова «сей сын мой возлюбленный» сказаны были от Моисея или об Илии. Впрочем, сим, быть может, означается и то, что законы пророки были до некоторого только времени, как и здесь видим, были Моисей и Илья. Потом, когда прошло их время, остался один Иисус. Ибо нет ибо ныне господствует Евангелие, тогда как многое законное миновало. Апостолы умолчали и ничего не говорили о том, что видели прежде креста, и не следовало говорить об Иисусе что-нибудь благоприличное. Ибо какое о нем составили бы мнение те, кои слышали это, а потом увидели его распинаемым? Не сочли ли бы они его обманщиком и мечтателем? Поэтому-то апостолы прежде креста не проповедуют им об одном чудесном и благоприличном деле Иисуса. Аминь. Спасибо, Христос. Ну, а болящих? Ну, болящих. Вот хотел батюшка причащать Аннушку, съездить к Кельниковой. Анна Кузьминична. Но не отвечают. Или они ее увезли в деревню, может быть. Но никто телефон не отвечает, в общем. Не знает даже, как, что там. Угу. Вот Мария Яковлевна, она, ну так, ничего на себя сейчас чувствует. Она спускается вниз, посидит там на табуреточке, поднимается это вверх. Это каждый день у нее как бы всем поклон низкий передавала, просила. И, ну, так вот все вроде бы. Раиса Николаевна, вот вчера она была здесь на службе, а сегодня вот ее нет. Вот Игорь сказал, что она плохо себя чувствует. Ну, сказала, что нету сил. Угу. Ну, и вот я хотела, чтобы Оля сказала. Это, звонила Наталья ей. Оль, скажи. Наталья звонила. Какая Наталья? Приходька. Благодарила всех за молитвы. У Валеры очень серьезное дело там. Двойной рак, поэтому сейчас химиотерапия, просила молитв. Валера, кого? Валера. Как это двойной? Ну, какие-то два вида там. Понятно. Да, очень серьезно все. Назначили химиотерапию, сейчас проходит. Только уповаю на милость Божию. И у Наташи сейчас тоже там какие-то бумажные волокиты, она просила тоже помолиться, чтобы Господь помог ей там все эти вопросы решить. Помоги, Господи. Еще можно? Да. Путешествующая Марина
супруга моя, моя. Вот она в среду ночью вылетает, в четверг утром прилетит. В среду вылетает? Да, в среду вылетает. Из Москвы она вылетает. Телохранителя. Спасибо, Христос. Еще о болящих, о путешествующих. Сегодня я еду... Да, я поеду ребятишек забирать. Да, завтра 40 дней. Вот мы завтра возвращаемся. Я вот булочки принесла, сегодня раздам постные. Специально заказывала. Даже порошок яичный ничего не добавляли. Да ну. Пекарню специально ходила. Вот, потом возьмете, когда уходить, папу помянете. Александр, завтра 40 дней. И завтра же я и назад сразу возвращаюсь. Потому что у меня дежурство еще после обеда. Да, мне надо вот прям сразу ехать. Помните о новопредставленной рабе нашей, рабе Божией, сестре нашей Анастасии. 1 сентября 40 дней. До 1 сентября вот 40 дней. Молитесь. 1 сентября. Ну, Галя считала 1 сентября. 1 сентября. 1 сентября. Мы же на третий день хоронили. Суббота, 1 сентября, это будет суббота. Давайте в воскресенье молимся и помянем Настю. Да, да, да. Соберем стол, принесем, кто что может, принесите. Посадим. Ну, а вы там... Воскресенье. Вот такое воскресенье. Следующее воскресенье. Каждый раз печет. Как не следующее? То есть печет. Через воскресенье? Да, да. Когда батюшка приедет? Да, да. Мы-то принесем. А я не знаю, батюшка что сказал? Через воскресенье. Ну, все, как раз батюшка здесь будет. Может, да. Будет как понедельник даже. Угу. Субботу утром. Да, да. Так, ну, Ивана нет, ну, что с Иваном-то, как у него там поступление? Ну, Иван поступил, все. Поступил? Приказ был зачислен. Слава Богу, аллилуйя. И что у него за специальность? Ветеринар. Просто ветеринар или все? Ветеринар. Широкого профиля? По коровам и по блохам, по всем? Отлично. Ветеринар. Что? Тихо-тихо. Если он не на ветеринара поступил, он хотел поступить на зоотехника. Это тоже очень близко, но немножко другой профиль. Он хотел на зоотехника? Нет, если бы не поступил на ветеринарный конкурс, он прошел, у него прекрасный рейтинг. Восьмой из 25. Из 33 подданных. Восьмой, он восьмой, а там берут 25, бюджетных остальные платят. Стабильность – признак мастерства. Он не... Так ваши поступили? Да, да. Спаси Христос, у нас тоже был конкурс. Да? Зачисление Лилия, да, поступила на бюджетное обучение. О-о-о. Музыкальный колледж. Замечательно. Я научился 4 месяца. Моя мечта была, что Лилия поступила. Можно я еще скажу? Да, да, конечно. Отлично. Вот сейчас мы с Надей немного обсудили один вопрос о детях Дробот. Вот. Ты попробуй говорить. Да говори там. Обсудили сейчас с Надеждой один вопрос о детях Дробот. Детям была куплена канцелярия, и сейчас вы съездили, купили одежду, да. Все это, им деньги будут возвращены, эти пожертвования. Я написала список людей, которые делали эти пожертвования. Нафушка, возьми, вы, пожалуйста, о них молитесь. Вот, поблагодарите Господа за расположение их сердец. Вот за ваши деньги дети одеты к школе. С портфелями, с ручками, с тетрадками. Спаси вас, Христос. Да. И сегодня с удовольствием остаются на занятия, да, по Слову Божьему. Да, да. Прям радостно так. Кто щедро сеет, тот щедро. Молодцы. Духовные. Александра, насчет уборки, давай, вставай. Так. Я не умею говорить. А кто будет говорить? Любовь Петровна будет говорить. Любовь Петровна умеет. Да? Она заранее может. Все вы слушайте, уборка у нас в этом самом храме-то. Ну, как, я вот читала Римлянам 12 глава. Будьте дружелюбивы друг друга. Ну, какие мы дружелюбивые? У нас брат, нету предупреждения. Подождите, нету у нас ключа, надо с братьями сегодня решить, как сюда заходить, сестрам. Раз. И никто не может, и сестер все старые, никто не может. У нас Соклакова. Надеялись она. Вот чтоб протереть вот это. Вот я думала, Вася куда-то скрылся. Вася! Василий Николаевич, не просто Вася. Нет, Николаевич. Мы все Васи. Ему что ли это самое ему попросить? Василий, ты работаешь? Вот он, Василий Николаевич. Ты работаешь? Ну ты мог вот встать на стол и вот эту девочке тебе подавали, ты бы это самое протер бы. Ну девочки в смысле бабушки. Ты не думай, что тут девочки тебе будут подавать что-то делать.
одетый люд. Ну ты возьми это самое с ним. Ключ возьми. Все, на бабушек вот не поведется. Что было брать? Ну скоро уже первый сентября. Валер, ну ты-то не будешь, что ли? Я ничего не поняла. Ты отказываешься? Да почему? Нет. А что ты тогда тянешь? Время не выберу никак. Я думал, когда приду ночевать, какой тут ночевать, я в 12, если успеваю. Ну он сказал, он... Он сказал, все сделает. Это на его ответственность. Что, а вот нужно с Василием ну, договориться, в какой день, чтобы прийти. Сестры здесь снизут, чтобы это все протерли. Ну уже скоро 1 сентября, да, понимаете? Да, да, да. Этим же дышим, все. Люда купила все. Люда, внизу что? Будет дать. Вы там должны. Я помню, что я никак не могу. Любовь Николаевна нету, я не знаю кто. Марина, Любовь Николаевна, еще кто-то. Наташа Загуляева. Может, Наташа Загуляева позвонить, она приедет у Алексея-то. Есть ключ Алексея, да? Ну и там бы убрали, вот где у нас все продукты. Протереть вот это, ну то ли долго. Ну позвоните ей. Наталья, позвоните. Наталья, надо звонить, позвоните, чтобы среди недели она приехала. Так, вопрос тогда, вот Николая нету здесь? Какого? Николаева. Дело все в том, что вентиляцию будут делать, и опять будет что-нибудь, и опять ничего не будет. Ничего не будет, вообще ничего не будет. Все, да, нормально. Вентиляция, ну, ничего не будет, на чистота порядок будет. Хорошо, тогда мы протерли. Что вы про эту вентиляцию? Все. Ну, вопрос задали, мы бестолковые. Мы самое главное, прорезаны дырки, все, что будет от вентиляции? Там вентилятор будет. В общем, сестры, я вам... Все, мы поняли, прошу. Спасибо. Надо раньше, как там у нас было всегда, назначишь, и не приходили люди. А сейчас прям, ну, совсем. Значит, старые закалки были. Александра Ивановна, Елена Ивановна. Да прямо, Валентина Ивановна, ты тоже с Мишей. Звони Мише и белите эту кухню. Он тебе поддерживает или ты ли? Он все время говорит, нет. Так он уже побелил все там, вы что? Он сделал кухню. Вы что? Ну что, да не все, как не все? Нет. Ну что, не побелил? Все сделал полностью. Он. Прочистил ну, печку. Ну прочистил. И побелил. А вы ну что, вы не видите, что? А ну так посмотрите. Так все, хватит, закончили садитесь. Этот вопрос. Продолжите в кулуарах. Замолчали все. Ну тогда что разговаривать? Тогда не надо ничего делать. Да, брат. Ну все, не надо, все. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. У нас мы видим... Свои мысли выражаем. Мы видим брата, не все, наверное, знают, я вот тоже не знаю, попросим его представиться. Ага. Меня зовут Виталий, очень приятно, рад всех видеть здесь. Фамилия? Калинников. Калинников Виталий. Известный на канале. Человек. На канале известный, да. Вот. Откуда? Живую. Откуда? Я... Откуда? Откуда? Я из Омска сам. Из Омска. Да. Практически земля. Далеко здесь. Ну, часто смотрю канал, очень люблю беседы по скайпу с Игнатием Тихоновичем. Ну и люблю разборы вот здесь. Не смущают вот эти вот перепалы между нами? Да нет, ну это как семья, как бы. Вот чем цена община, вот то, что... Полная тишина и дисциплина на молитве, что в Потеряевке, что здесь, я это увидел вот сейчас. Это очень прям, ну нигде это не найдешь сейчас. Вообще в мире, мне кажется. Аминь. Вот, и вот это общество, что вы собираетесь и как бы друг друга поддерживаете, там общаетесь, узнаете, там, это тоже, я не знаю, ну есть это, конечно. Вот, ну это тоже ценно и дорого. Ну вот что я хочу отметить. Сейчас на пути домой? Нет, я с Сергеем, мы на соревнования ездили, я ему помогал, был оператором, снимал все. Впечатлили мы. Где вы там бывали, расскажите. Скажите. Какие места занимали? Ну мы... Сказать начну, что мы были в Потеряевке сначала бы. Чем мы там занимались? Игнатий Тихонович занялся профессионально ловлей гальянов. Вот. За раз приносит по 4-5 килограммов. Вот.
мы вчетвером садимся и чистим их еще. Батюшка заходит, говорит, тут здоровые мужики, говорит, чем занимаются. Чистим, Володя, их печку, сушим, ну и на зиму будет вот белок. Вы вот, да, вот, как чукчи прям. У них юкола тоже. Залистый гальян. Конечно. Солим, печку. Это нормально все. Работы много. Вот в деревне, если есть человек, который найдет эту работу. А если ее не искать, то, конечно, можно что-нибудь делать. Пруды. Вот последний раз на прудах, когда мы пруды очищали, деревья там спиливали и потеряются, так и дрова эти не забрали. Мы в последние дни забрали дрова, уже напиленные, вот. Просили потерять, кому надо. Все богатые, никому не надо. Мы тогда вот Владимиру отвезли две полные машины, значит, самосвала, и вот сейчас вот выкопал Владимиру. Пащенко, его дом. А, да. Владимир Пащенко, да. Дом, ну, бывший. Напротив Скворечника, вот этот белый, это сейчас его дом, он там хозяин. Калашниковский. Калашниковский, да. Он там не будет зимовать, он летом будет принимать там гостей, которых через интернет мы да, будем готовить к крещению. Вот. Брат сейчас с нами живет, Геннадий Тихонович очень плотно трудится над его душой, и в интернете вот говорит, был Никита, Никиты нету, сейчас вот Игнать тихо взялся за Виталия. Вот. Нет, за Виталия хоть взяться можно, за того и взяться-то невозможно. Скользкий, как гальян. Однако, 4 года, значит, от Никиты он сначала как бы потерялся, потом нашелся. В интернете нашелся, ответил, там велосипед у нас стоял потеряет. И что? Я взял его велосипед и катаюсь, значит, потому что он-то на моем катался. Нормально. Игнат Тихонович, нет, нельзя. Сначала договорись с братом, с Никитой, потом катайся. Я ему продаю, катайся так. В общем, велосипед стоит, и кататься нельзя, и туда, и купить не купишь. В общем, ну, сейчас свой тогда забрал велосипед, сейчас вот с братом ремонт отвезли, мой тоже разломался. Володин велосипед тоже разломался. Ему новый велосипед, там, Игнат Тихонович, спонсоров взяли. 2 дня поездил, тоже разломался. То есть техника такая, нет. Пила тоже сломалась у нас. В общем, такие вот у нас поломка на поломке. Ремонтировать. Ну, да, пилу. Целый день потратил на ее полдня, чтобы разобрать, потом чтобы собрать. И теперь нужно ее в сервис отвезти. А зачем разбирал, собирал, непонятно. То есть не добрался. Надеялся, конечно. Надеялся. Дима, у тебя молодец, а вот у нас инструментов не хватает для этого. Вот, ну на соревнования. Я даже не знал, просто мне. Позвонили из Бийска, пригласили на соревнования. У них открылся новый клуб Симуран, и я вот решил поддержать. Взял свою команду, но одна ученица побоялась ехать, а она со мной поехала, моя ученица. Ну и заняла свои номинации любителей первого места по общему курсу до семерки. Первое место по защитно-караульной службе. Вот, и мне чуть-чуть там не хватило баллов, ну потом мы с братом смотрели, если бы судьи как-то там по-другому себя повели, по правилам, то я бы был абсолютным чемпионом. А так девочка с ураганом. Вот. То есть мне там одно упражнение не засчитали, она хватку сделала, они сказали не сделала, то есть они, ну, там охрана вещи была. Не буду вам объяснять. Надо было судью без этого, без костюма, и он бы узнал. Да, сделали. Да. У меня на тех соревнованиях было. Я говорю, его без костюма, попробуйте сумку забрать. В костюме то что? Ну, да. Там одна попытка, но нужно забрать вещи. А он 3 попытки делает, но собака тыкается на привязи, видит, что что-то не то, не так, как я ее готовил. В общем, ну второе, третье мы заняли, первая командная, то есть вот, призов там пушку давали, близко, конечно. Съездили, устали. Вымотались, но все довольны. Счастливые, довольные, благодарные ученицам, моя очень
довольны. Да. Вот, да. Я приглашаю всех, значит, на лето в Потеряевку, вот сестра мне комплимент, говорит, ты, говорит, худой, красивый, работы много, кто желает сбросить вес, милости просим, труд на свежем воздухе, лучшее лекарство от всех болезней. Спаси Христос вас. К сожалению, ревность наша, сегодня батюшка отметил, уже не та, которая была у нас прежде, 20-25 лет назад, уже четверть века. Не та. И батюшка нам постоянно говорил об этом. Нудить себя нужно, заставлять. О том, да мы уже это слышали, и опять одно и то же. Хорошо сегодня батюшка сказал. А потому и теряем, потому и охлаждаемся. Даже те, которые были ревностные, становятся холодными, не горячими. Преобразиться надо. Надо, да. Дал бы Бог нам, чтобы мы преображались всякий раз, ревнуя о спасении своем, о спасении души своей. Нет Леды, нет Никиты, нет других сегодня, к примеру. Молодежи. Помолиться надо о них, чтобы Господь даровал им эту ревность. Чтобы... А если в субботу посмотреть, так нету... Да, в субботу... Нету 80% общины. Вот поставьте себе за правило, вот поставьте этот рубеж. Вот в субботу буду обязательно на службе. Огороды всякие, там дачи и все прочее делайте. Вот с утра у вас есть время до 3 часов. В 3 часа я поехал, все дела оставил. Это последний рубеж. Поставьте себе, что дальше за нами нет. Как земли во время войны, да, нет земли. Земли. За нами огонь. Пропасть. Пропасть, да. Адская. Ну вот, призываю вас к ревности, к служению. И главное, батюшка уже приезжает. То на батюшку ходили, а тут уже никто не нужен. Вчера там стоят так, 3 зуба во рту. Все, жевать нечем. Ну, одним словом, еще у кого есть? Да, ну, объявляй. Приглашаем всех на песнопение, занятие, трапезу. Вставайтесь. Вот а что первое будет? Трапеза? Нет, сначала нет. Песнопение, потом песнопение. Трапеза. Песнопение. Во время песнопения готовится трапеза, а потом занятие. После трапезы занятие. Кому нужен? Он Валентин. Пожалуйста, помолитесь, пожалуйста, еще о нашем оформлении. Конечно, тихо! Об оформлении дома помолитесь, если Господь благоволит, чтобы закончить это все. Помогите, да, Господи. Ну, братья Никите, помолите, чтобы Господь... Да мы молимся. Разумил его, чтобы остановил его. Так. Мы с Виталием сегодня путешествующие, поедем в Потеряевку, а тоже. Батюшка, я не знаю, еще не договаривались. Достойный дитя Богородицы, блажи дитя Богородицы, Христа блаженную и ныне порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче.
Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси, Христос.